Всем здорова, ребят, с вами Москвин, и сегодня утром вышло новое обновление, и нам добавили просто легендарную тачку хозяев, Матисс. Сегодня будет на нее полный обзор, ну и конечно же замер. Ну а также нам пофиксили очень много машин и добавили в них много чего нового. Конечно же, обо всем вам расскажу, поэтому ролик будет очень интересный, смотри его обязательно до конца. А перед началом абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Majestic коинов совершенно на любом сервере Majestic. Для участия нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать совершенно любой комментарий от 5 слов. Ну а также вступить в мой дискорд, где мы часто общаемся и делимся эксклюзивной информацией. Там в разделе розыгрыш ты должен нажать на реакцию, и ты автоматически становишься участником розыгрыша. Помимо этого, в моем дискорде ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Majestic RP. А если ты хочешь играть вместе со мной, переходи по ссылочке в описании, регистрируйся и вводи мой промокод Москвин. Он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо-москвин. А я уже буду начинать, всем приятного просмотра, let's fucking go. Начну, конечно же, с самой такой простой информации того, что нам вообще завезли. Первое — это пользовательский прицел, который можно ставить прямо в игре. Правда, это вышло буквально 2 дня назад, но это никто, к сожалению, не афишировал. Хотя для любителей постреляться в гетто это полная имба. Ведь простым нажатием F2 и перейдя в раздел прицел, вы можете себе сделать абсолютно любой прицел на свой вкус и цвет. Тут очень много настроек, которыми вы можете поиграться и сделать тот самый идеальный прицел именно для вас. Поэтому пользуйтесь, очень полезная штука. Ну а также сегодня утром нам завезли в салон Majestic Motors новый легендарный Матисс с просто нереальным красивым винилом. Ну и конечно же дикой скоростью для такой тачки. Стоит он всего 4000 Majestic коинов, но все мы знаем, что когда выходит новый автомобиль, он продается со временной скидкой в 10%. Поэтому у каждого из вас есть возможность приобрести его за 3600 Majestic коинов. Привод, кстати, у машины передний и вместимость багажника 60 кг. Ну а перед тем, как мы приступим к тюнингу, сделаем замер скорости машины в стоке. Разгон от 0 до сотки 3,93. Ну и максимальная скорость в стоке 215 км в час. Ну а теперь давайте отправляться в тюнинг. Во вкладке обвесов находится два стайлинг набора. Один из них в карбоне, второй в кованом карбоне. Ну и разные, можно сказать, детали красятся отдельно. Все цены в коинах вы видите на экране. Что касаемо тюнинга и цен, он вам обойдется очень дешево. Ведь все прекрасно знают, что донатные тачки очень дешевые в тюнинге, нежели если вы приобретаете машину за верты. Двигатель обойдется вам в 35200, тормоза 13200, коробка передач 13200, подвеска 17600 и турбонаддув 30800. В общем, полный тюнинг обойдется вам в 110 тысяч виртов. В тюнинге присутствует три набора стайлинга в антихроме, карбоне и в кованом карбоне. Также два внедорожных обвеса в хроме и антихроме. Но также 4 вариации спортивного обвеса в основном цвете кузова, антихроме, карбоне и, соответственно, кованом карбоне. Также на машине есть винилы или же ливреи. Всего их 5 в разных цветовых вариантах. Один из них легендарный от хозяев. Именно в такой расцветке был их Матисс. Думаю, те, кто шарит, объяснять не нужно, сами все понимаете. Ну а теперь давайте приступим к замерам в полном тюнинге. Разгон от 0 до сотки 3,11. Ну а максимальная скорость в тюнинге 250 км в час. А что касаемо управления, она просто идеальная. Очень поворотливая, достаточно быстро разгоняется, миниатюрная, но я бы сказал, просто хороша. К тому же стоит не так уж и много. Ну а за счет ее цвета и винила вы просто король на дороге. В общем, каждому рекомендую поездить на этой тачке. Я думаю, она западет в вашу душу. Лично мне очень понравилось. Кстати, что касаемо фиксов машин, про которые я говорил в начале видеоролика. Мало того, что пофиксили очень много деталей в машинах, так и добавили много всего интересного. Там практически весь транспорт Majestic, но его реально много. Я думаю, мне даже и часа не хватит обо всех машинах рассказать. Именно поэтому в своем дискорде в разделе новости я оставил полный список авто и что собственно в них добавили и что пофиксили. Кстати, там же в моем дискорде вы можете поучаствовать в розыгрыше на 2000 Majestic коинов, ведь я разыгрываю их абсолютно в каждом видеоролике. Поэтому скорее залетай в DS, участвуй и узнавай всю подробную информацию о машинах. Ну а я надеюсь, вам понравился мой видеоролик и был он действительно полезен. И если это так, то не поленитесь, поставьте лайк, напишите комментарий, ну и не забудьте, конечно же, подписаться. Ну а я уже буду заканчивать видеоролик, с вами был Москвин, всем добра и позитива, всем удачи и пока!